Привет всем! Здравствуйте, Светлана, здравствуйте, Михаил. Я, наконец, все же решила принять участие в конкурсе. Я такой человек, который во всем, даже в самой сложной ситуации в своей жизни, я могу видеть хорошее. Я вижу красоту в мире. И поэтому я начала заниматься фотографией. В данный момент мне это приносит удовлетворение, счастье, успокоение. И это хорошо. Когда я была немного моложе и жила еще в своем родном городе, сейчас я проживаю в городе Москва, мне было всего 15-16 лет, я была волонтером. Волонтером за здоровый образ жизни. Мы проводили различные акции, поменяй сигарету на конфету, курировали детский дом, ходили туда и проводили занятия с ребятами младших классов, прививая им здоровые привычки. Также периодически проводили праздники для всех детей данного детского дома, также ориентированные на привитие здоровых привычек. К тому же мы посещали колонии для несовершеннолетних, спецучилища для детей, совершивших несерьезное правонарушение. Это было очень хорошо. И я бы сказала, что, наверное, это одни из самых лучших моментов в моей жизни, которые я сейчас могу вспомнить. Сейчас, скорее всего, вы видите уже одни из лучших, на мой взгляд, моих фотографий. И вскоре на экране появится самое большое, самое прекрасное и замечательное хорошо в моей жизни. Это мой сын. Сейчас ему 4,5 года, и он замечательный, он добрый, отзывчивый. Он очень любит подойти ко мне, обнять и сказать: «Мамочка, я тебя так люблю!» Мой маленький ласковый малыш. И это самое большое хорошо, которое я имею в своей жизни. Ну что, вот, наверное, и все. Спасибо за внимание. Я желаю всем конкурсантам победы. Все будет хорошо.